Давай. Еще выше. Хайлайтер, консилер. Давай. Ребят, всем привет! Меня зовут Оля Редотом, я бьюти-блогер, и мы с вами находимся на канале «Золотого яблока». Сегодня мы с вами займемся чрезвычайно опасным делом. Мы с вами будем принимать челлендж, который мне передала Наталина. И сегодня я буду краситься, ну, как получится, ребят, на самом деле. И также я буду делать какие-то странные вещи при этом. Кстати, ребята, обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце вас ждет очень классный розыгрыш. Так, давайте посмотрим, какие челленджи нас ждут. Пожалуйста, оранжевую коробку в студию. Вот она. Спасибо. Оранжевая коробка и также конверт. Я выбираю конверт, если там деньги. Нет? Не деньги? Это не так работает, ребят, к сожалению. Так, хорошо. Открываем коробку и смотрим, что там за челленджи. А, сколько? Сколько здесь их? Их здесь 5 вот таких свернутых бумажек. И давайте смотреть, что там нам назадавали. Первое. Нанести румяна и пудру на тренажере для талии. Это я могу. Второе. Нанести консилер, хайлайтер и скульптор, прыгая на батуте. Это я тоже могу. Так, давайте, следующий. Уже вижу с закрытыми глазами, это всегда очень плохо кончается. Нанести базу силиконовыми спонжами с закрытыми глазами. Следующее. Красить губы и брови с капой и скороговоркой. Так, и последний из этой коробочки. Сделать тон в резиновых перчатках чайной ложкой. Я не знаю, кому это пришло в голову, но мы попробуем. Видите, я уже менее уверена, хотя нет, мы все с вами сможем, мы все осилим. Или нет, или да. Посмотрим. И что у нас здесь в этом конверте? Это челлендж, который мне передала Наталина, за что ей, конечно, большое спасибо. Хочу передать этот челлендж Оле Редотом и задание, которое я ей завещаю. Накрасить глаза, используя тушь, тени и подводку, одновременно крутить хула-хуп. Хула-хуп – это обруч. Но Наталина не знала, что я профессионал в кручении обруча. Если бы Наталина мне еще задала искать грибы в лесу, вот тут бы я вообще справилась просто лучше всех. Ну что ж, давайте начинать. Так, ребят, произошло волшебство, у нас появилась косметика. И давайте посмотрим, чем мы сегодня будем краситься. Первое, что я здесь нашла, это база, праймер от Clarins. Здесь написано, что это сияющая база. Это хорошо, сияющая база, это всегда супер. Следующее – это мина. Вот такое вот тональное средство, 3 в 1. Кстати, заменяет также консилер и что-то там еще. В общем, вот этот тон я пробовала, я знаю, что он мне подойдет. Дальше у нас деваж. Вот такой вот блеск для губ в розовом оттенке. Следующее – это хайлайтер от Manly Pro. Дальше у нас идет, что это такое? Это автоматический карандаш для губ от бренда Яда в розовом оттенке. Также, ох, видела я уже этот стик. Это Catrice, это стик для контуринга. Еще Сергей Наумов. Косметика от Сергея Наумова становится все моднее и моднее. Это, я так понимаю, тушь для ресниц. Это тоже хорошо, тушь, это всегда полезно. Что это? Что это такое? Это консилер-хайлайтер от бренда Мина. Также у нас здесь деваж, пудра. Это пудра? Да. Это пудра. Романова Мейкап, бренд, который я прям очень сильно люблю. Это кремовые румяна в оттенке Shiny Peach. Да. Палетка ярких оттенков от NYX, которая прям сильно яркая. Я уж предвижу, что у нас будет на глазах в результате. Мейкап Revolution. Вот такие вот. Да, это они, силиконовые спонжи для нанесения всяких средств на лицо. И еще несколько малышек, давайте их рассмотрим. L'Oreal Signature, это синяя подводка для глаз, жидкая подводка, кстати, классная, очень яркая. Карандашик от Vivienne Sabo для бровей. Еще у нас здесь, это Art Visage, гель для фиксации бровей прозрачный. И самое последнее, это розовый карандаш от бренда Provoke. На этом мы заканчиваем с перечислением косметики и переходим к челленджам. Итак, начинаем первый челлендж. Первый челлендж – нанести базу на лицо с помощью вот этих вот спонжей, но не просто так, а с закрытыми глазами. Открываем базу, пока я еще со своими глазами открытыми. Так. Немножко наносим сюда. Все хорошо? Я справилась? Я справилась, да. Следующий челлендж, наверное, самый сумасшедший из всех, это нанести тон с помощью резиновых перчаток и с помощью чайной ложки. Пожалуйста, все в студию. Спасибо. Спасибо. Тон у нас Мина, которым мы сейчас все себе замажем, все лицо. Слава богу, что не с закрытыми глазами, это, по крайней мере, уже радует.
можно в зеркало хоть посмотреть? Готово? Классно получилось, правда? Следующий челлендж – это батут. И мы должны нанести консилер, скульптор и хайлайтер, прыгая на батуте. Как вам такое? Первое – это консилер. Начинаем. На самом деле, предыдущий тональный крем, в принципе, нам уже заменил консилер, поэтому мы могли бы этого не делать. Но ладно, все равно мы сделаем. Я не вижу вообще ничего, что происходит на лице. Следующий этап – нанесение скульптора. Так, попробуем. Скульптор у нас от Catrice. Так, так, нормально. Растушевываем. Вроде нормально. Последнее – это хайлайтер. Хайлайтер жидкий. Хайлайтером можно замазать хоть все лицо себе, и все равно будет красиво. Но это я так уже себя готовлю к тому, что получится в результате. Надеюсь, что реально будет нормально. Так. И растушевываем. Ребята, следующий челлендж. Мы наносим румяна и пудру на тренажере для талии. Вы наверняка помните такой тренажер, и, может быть, он у вас до сих пор есть дома, если вам, ну, хотя бы лет 20. И это тренажер, на котором вы можете крутиться совершенно по-разному туда-сюда. Ой, господи, можете упасть, возможно, затошнить. И я надеюсь, что эти эмоции мы не будем испытывать сейчас в процессе этого челленджа. Итак, наносим румяна. Все получилось. Теперь пудра. Все, готово. Все получилось. Следующий челлендж – это капа. Мы ее вставляем в рот, мы будем говорить скороговорки, и одновременно мы будем красить брови, а потом губы. Ну что ж, давайте начнем с бровей. Самое, наверное, веселое в этом челлендже – это попробовать сначала вставить капу. Я не уверена. Я никогда этого раньше не делала, но что это? Как это? Ай, ладно. Как вот? Я не уверена, что это правильно так делать, но вот это получилось. Итак, скороговорка. Спасибо. Можно еще зеркало? Пожалуйста. А что это? Вообще, прикольно, конечно, скороговорку, что-то это какая-то ирония получается. А что это какой пыль по полю бежит? Господи, скорее уже закончить дуровение, чтобы скорее это вытащить. Так, ну теперь фиксатор. Фиксатор для бровей. На самом деле, это самый сложный челлендж из всех. Красим губы. Все нормально. Мне кажется, все уже получилось. Так, ребят, следующий челлендж – это глаза. Но глаза не простые, а яркие. И при этом у меня должен быть обруч. Я должна его крутить. Ну, давайте попробуем. Ладно, начинаем. Задача – сделать яркий макияж глаз. Знаете, немножко все осложняется тем, что у нас, кроме того, что нам надо крутить обруч, еще нужно краситься, так у нас еще здесь куча всего просто в руках. О, боже, как тяжело. Так, делаем розовые тени. Теперь у нас будет подводка. Подводка, как известно, это самое сложное. Когда вы рисуете стрелки, обычно вы даже задерживаете дыхание. Давай. Окей. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, еще немножко. Так, почти все.
Итак, ребята, мы переходим на следующий тренажер, на следующий челлендж. Мы почти закончили, точнее, мы бы уже закончили, если бы я не захотела попробовать знаменитый массажер-трясучку, на котором так понравилось всем кататься и Петрову Андрею, и Наталине. Они были в таком восторге, что я решила, что мне тоже нужно. И сегодня мы будем красить ресницы на вот этом вот чуде. Так, ребятушки, ощущение такое, что если у вас есть хоть одна вообще жиринка какая-то случайная в теле или много жиринок, все они будут разлетаться. Так, скорей. Окей, ребят, это был последний челлендж, и сейчас, что мне нужно больше всего, это ватная палочка и также сойти с этого массажера. Итак, ребят, я завершила челлендж. Я надеюсь, что вам понравилось, что вы решили, что я вообще классно справилась со всеми заданиями. А теперь, конечно, пришло время, да-да, розыгрыша. И что же мы разыгрываем вместе с золотым яблоком? Это 3 подарочных сертификата на 5000 рублей. Чтобы поучаствовать в этом конкурсе, вам нужно, первое, подписаться на канал Золотого Яблока, второе, написать в комментариях, какой челлендж из сегодняшних вам показался самым-самым забавным. Ну и, соответственно, участвуйте в конкурсе. Также подписывайтесь на канал Золотого Яблока, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, в общем, покажите Золотому Яблоку свою любовь. А я тем временем передаю челлендж, знаете кому? Ире Блан, и завещаю ей суперзадание. Я хочу, чтобы ты, Ира, танцевала энергичный танец. Ну, любой, какой тебе нравится. Главное, вот прям так, поэнергичнее. И при этом красила глаза тушью. Ну, а я, ребят, с вами прощаюсь. С вами была Оля Редотом. Всех вас люблю, всех вас обнимаю. И до новых встреч!